Всем привет, ребят! Быстренько пишу видосик. Сегодня у нас опять Китайка, топовые акции, куча скинов. Возможно, нас это тоже ждет. Видите, тут уже даже по 150 скинов продают. Я уже их позабирал с акций. Некоторые уже по 100. То есть, возможно, нас тоже это ждет увеличение. Я надеюсь. Давайте быстренько еще сейчас бегаем. Заберем тут акции, подкрываем наши плюшки. Если успеем, конечно. Очень прикольные на Китайке, конечно, акции. Если сравнивать с нашим русским. Разнообразие плюшек, шансы выпадения вещей. Если сравнивать, говорят, дороже донат. Да, донат дороже. Но плюшки в раза 3 лучше, а то и в 4. И есть возможность собрать, как я в прошлом видосе показал, бездонатного некроса за 160 тысяч самоцветов. Это 100% шанс. У нас на русском сервере, к сожалению, такого не было. Возможно, будет когда-то, не знаю, но тут такое часто. Ой, 49 попыток. Так, давайте попробуем. Зайдем. Все понятно, побежали в яйца. Посмотрим, чем мы там сейчас выбьем. Так, нам еще каких-то куча плюшек пришло. Вот так вот. 53 тысячи кулаков. Хрена себе. Офигеть. Ай, я не успел. Или успел? Не успели мы. Зря вышли. Жалко. Ну, сейчас попробуем еще так, но скорее всего, что акции уже обновились. Не хватило нам времени в яйца поиграть. Может, там бы что-то интересное вытащили. Да. А нет, еще есть возможность. Поехали. Сорок шесть попыток. Честно говорю, не знаю, что здесь падает, но надеюсь, что-то интересное получим. Видите, тут не один приз падает, тут несколько призов падает, и еще что-то дают. 8 тысяч. Ну, 53 тысячи кулаков дали. Офигеть. Круто. Это, скорее всего, там, где акция была с некросом. Я опять собрал некроса, в этот раз уже донатного. С обновой, конечно, очень много всего поменялось. Поменялась прокачка героев. Сделаю, наверное, вам отдельный видосик про изменения на аккаунте. Мы уже где-то приблизительно играем почти 4 месяца на Китае. Быстро время летит. Да, жалко, непонятно, что тут падает. Может, мы радовались бы больше, но посмотрим. Плюшки. Ну, конечно, плюшек, как видите, немерено. Если завтра у нас будет рынок, интересно, что там будут. Будут новые талантики или нет, или коробки. Будем трешивать. Возможно, будут интересные вкусные паки. Сделаем розыгрыш, посмотрим. Так, 15 попыток. Но уже должен и рынок обновиться, и акция. Ух, еле успел. Думал, не успею. Конечно, скины качать я пока не буду. Я накоплю нужное количество, потому что на них очень много нужно кагашек. Мне кагашки нужны для прокачки скилловых героев, потому что с кагашками тут напряг. Приходится все время пропускать подземки. Тут не особо щедры, как у нас с... В принципе, нормально падают слизни, дают, но маловато мне. Не успеваю. Так, отлично. Ну, 49 попыток у нас было. Сейчас посмотрим. Вот, ребят, вот смотрите, насколько разница. Жестко.
Даже какой-то сет воодушевления словили, нифига себе. И осколки как доп. Ну вот это, в принципе, интересно. Так и должно быть. Давайте сейчас перезайду и посмотрим наши плюшки. Плюшек, конечно, очень много. Немерено. За что я люблю китайку по сравнению с нашим русским сервером. Тут для прокачки аккаунта, как и на других серваках, дают все, что хочешь. Так, мы немножко не туда зашли. Так, смотрим. Опять. Это жесть. Если это за наем, это просто огонь, ребята. Это у нас скоро будет. Так, ну смотрите, за один сам руны дают. Просто, просто офигенные акции на Китае. 3500 сундучки. Грубая сила. Офигеть, грубая сила, сет пятый. Это кайф. Тут за покупку дают. Вот это вот за что я люблю Китай. Это вот за такие вот акции офигенные. Так, сейчас я гляну, что у нас тут поменялось. Так, тут у нас акция. Так, что тут дают? Сет пятый дают. Пятый сет. Два четвертых. Бля, это жесть. Ребят, это просто жесть. Посмотрите, как таланты здесь дают. Ну, сеты пятые, конечно, тоже круто. Жесть. Так, эта акция, по-моему, она так и есть. Яйца, если я не ошибаюсь, таки остались. Вот такая вот китайка у нас. Жесткая. Вот это новая акция. Сейчас посмотрим, что за акция. Так, дают осколки. О, куча, смотрите, сколько осколков. А вот тут за 48 тысяч некрос. Это 3 пака, по сути. Вольт 38, воодушевление, коробка. А что это такое? Не могу понять. 9800, неизвестный предмет, по 15, вторые сумки. 68. 1-1, а что это такое? Четвертый сет, пятый сет. 9800, 68 тысяч не отображается. А ну-ка сейчас посмотрим. Посмотрим название. Может, это новый этот? Порочный пакт или как там его, не знаю, ребят. Это просто жесть. Я думаю, ну я не думаю, я знаю, я его заберу отсюда однозначно. Это просто, просто подарки. Я бы так сказал, коробочки еще. Так, ну, я так и не посмотрел. Так. Ну, как-то вот так он называется. Приблизительно запомнили значки. Поехали посмотрим. Не знаю, это вряд ли, а вот то, скорее, 68 тысяч стоит. Но я не знаю, что это. Непонятно мне, вообще непонятно. Но один, это значит талантик, скорее всего. Возможно, обновит картинку, я не знаю, но пока ничего не видно. Так, ладненько, отлично. Смотрим, что там у нас получилось, что мы вообще получили. Вот немножко кристаллы. Говорю, немножко кристаллы, немножко слизни получили. О, 10 слизней. Огонь.
кого-то прокачаем. Скорее всего, это будет какой-то герой. Неизвестно какой. Так, 80 тысяч кулаков. Офигеть. Вот это кайф. Кулачки растут, 362 тысячи. Так, смотрите, сколько скинов насобирал. Это за один базар. Ну, то есть у нас такого на русском никогда не было. Здесь тоже не было, это вот недавно. После обновы завезли. Так, 12 коробочек у нас есть уже. Опять кристаллики подкопили, отлично. Ну, как видите, тут всего хватает. Так, что у нас еще по плюшках? Так, карты. Это все мы оставляем. Давайте откроем. Четвертые сетики, ребят. Четвертые. Два четвертых психощита. Два сета. Ремочка, отлично. Воодушевление тоже. Надо, железная воля. Ну, в общем, по максимуму интересно. Так. Третий. Пятый. Третий, четвертый. Четверка. Ну, по сетам тут все отлично уже. Так. А, это первый все-таки сет. Первый сет упал с яиц. Ну, тоже, в принципе, неплохо. И все, что ли? Больше ничего такого интересного не было. Да. Сейчас давайте посмотрим, что у меня там по таланту на смене. Орка, да? Давайте ее поменяем, карты. Переролим. Ну, порочный пакт просто за ролл дают. Я не знаю, наверное, мы его поставим, скорее всего, огнекрылу. Потому что Фрейя у меня с грубой, ее пока тут хватать будет. А вот хочется посмотреть на огнекрыла, заодно его потестируем. Так, разбросик. А вот сейчас, кстати, интересно, сейчас на архидемонах будут разбросы действовать. И вот теперь непонятно, что ставить им. Так. Так. Топовый минотавр. Так, Арктика у нас бог войны и утекания. Так, ну можно сюда разбросик, в принципе, поставить. Тут уже просвещение не особо актуально. Поехали дальше. Трешуем. Берс не нужен. Ну, такое себе. Говнецо. Ремочка. Ну, ремочку тоже, к сожалению, у меня уже просто некому ее ставить. Так, а ну-ка, скина на Бигфута так и нету. Да, к сожалению, Бигфут у меня обделен скином. Так. Поставим сюда, пусть будет. Еще один разбросик. Так. Ребят, это за смену таланта, это жесть, 120 раз меняешь талант и все, даже карточками можно поменять и вы получите, вот чего у нас на русском сервере действительно нету, это просто жесть. Так, ну тут, конечно, качать и качать героя мне. Так. Сделаем пока так. Поехали дальше. Просвещение.
И скина на Афину, кстати, до сих пор таки нету. Почему-то они не вводят. Вот реально все намного позже, чем на остальных серверах. Так. Тут смысла его нету ставить. Дерево. Так, тут пятая ремочка стоит. Ну, мне, в принципе, хранителя можно поменять. Топ-контент, ребята, за это лайки лепим. Сливаем ремки. Каменная кожа. Так, отлично, каменная кожа. Так, тут восьмерка уже стоит. На ком я хотел бы так еще ее потестировать. Блин, герои, конечно, есть, как видите, но... Неохота еще открывать дополнительных. Так. Ремка. Поменяем. Вторую ремку сливаем. Качаем с каменкой. Так, это не нужно. Это тоже, в принципе, не особо нужно. Замедление, замедление, замедление. Так, что у нас тут? Разбросик стоит. Тут просвета накачаться будет. Да, 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 да. Так, а кому же замедление поставить? О. Даже не знаю, шапочка. Стрелок у нас со стойкостью есть. Леди Лео, ремочка пока что. Ну, ту-ту-ту-ту-ту. Тут утекание пусть будет. Сейчас я посмотрю, что у меня по этим делается. Так, разброс. Кого нам там надо на судьбу? Откроем сейчас. Так, тут все. Тут тоже все. Так, нет у нас ее. Так, нанять. 600 кгшек просрали. Так, отлично. Последняя коробочка и корка. Опять вернулись к тому, с чего начали. Ну, в принципе, ребят, все. Не буду затягивать видосик. Я уже сейчас отдельно засниму отдельный видос. Про то, как мы выбьем. Про то, как мы, возможно, поставим. А возможно, мы все-таки качнем еще одного огнекрыла. Потому что маловато нам будет грубую силу менять. Может и поменяем грубую силу, в принципе, какая разница, тут талантик все равно профитнее, чем этот. Но мне нужен еще один огнекрыл однозначно в прокачке. Ну, подумаю, подумаю и решу. Возможно, поставим Фрея. Ну, хочется на огнекрыле это проверить. Все, пишите комменты, обязательно лайки, подписки, колокольчики. Ждите конкурсов и всего, всего вам хорошего. Всем пока.